Давай, только тебе напоследок кину ГП за лужу. Так как, Калк, ты от чего умер? Да у меня было ТП мало, и, короче, он под меня лужу разлил в центре и сразу убил лужей. Понятно. Свата, дай порт в Агримар, подожди, не портуйся. Я, кстати, могу на Эрдру зайти еще. Если там у нас Animal Jazz может потанчить или Белин. Че вы это? Че правосудие, правосудие света на Лича никто не кидает. Говорят, регенит 600 хп. Так слышал. Мельком не так. Так Animal Jazz сбивает, посмотри, ретриком. Я кидаю, оно висит. Да, да, Animal Jazz, вон правосудие хилит нас. Арпис, мистер Этрик. Animal Jazz, ты оттанчишь это, да? У тебя Арпис Этрик фуловый. Просто ты сейчас в Т5 не вытащил рейд по захилу. Ну он устал, уже надо кого-то еще искать. Да нет, блин, мне час назад то же самое было. Нам надо менять игру. Жалко, что шаман или холипал не могут подтащить, да? Да, ты прав. Вообще пиздец. Калклям 800. Эрдру 2.2 тут тащит. Маринка и этот, Джелис. А мы не убивали никакой анбаф в 3 хила? Не, 4 хила. Да, с Эссером. Ну, это Кал. Полипало этого эрдруидца. Не, ну это, наверное, какие-то древние времена были. Когда и жатва неправильно работала, наверное, и ловушки не так кидались, да? Да, ну, это... плюс 5 минут было. Это не то. Это уже не то. Кадров не хватает у нас. Сюда васаба, к примеру. Но они не научатся хилить лучше. А других людей на сервере нет. Что? Броневик. То я вылетел. Не, ну, блядь, я не знаю, хант с рогой, мне кажется, очень-очень слабый. То ли лагают, то ли чё, прям пиздец просто. Ну ты вот реллишь 10к, ну, блядь, ну я не знаю, руди 9, у ханта 8, блядь, ну чё это? Ну он просто не умеет играть за ханта и не научится, ну а что делать с ним? Кикать с гильдии, других людей нету. Ну нету, я взял всех по скиллу самых лучших, тех, кто были. Какой-то там есть этот, у ханта какой-то прикол, что-то там Т10 прок, там что-то перевешивать надо. Вот расскажите об этой хуйне спорткилла, может он что-то не так делал? Это не работает уже давно. А чё он так дает? Посмотри на его ДПС, что там не так? Чего-то не хватает или что? Он неправильно идет, типа, он под прок этой, под прок верного отдает прицельный. Бля, ну это надо рассказывать сейчас, объяснять механику ханта. У меня нет времени на эту парашу сейчас. Вижу аккаунт. Просто нормальные люди под прок верного отдают прицельный, и поэтому дамаг вышь.
да на 0.4%. Плюс верных забой очень мало. С хантом можно не перебегать с РДД, а прыгать, стоять на месте, двигаться за танком, двигаться параллельно танку. Ну бля, ну куча хуйни. Можно залпом хуярить, есть такая хуйня, залп дамажит как прицельный выстрел. Можно залпом хуярить под верный выстрел. Поставить символ метки охотника, который увеличит твой ДПС на 150 где-то единиц. Что на лече нужно переводить первую и вторую фазу, а убийственный выстрел не так важен, это тоже надо учитывать. Ну бля. Сейчас рассказывать, как играть за ханта. На рогаче. То вы оделись в 6.5. Рога, если кто не заметил, в 6.1. Выдают то, что у нас гильдии роги выдают в 6.5. А чё рога? Тоже что-то мало. Я не смотрел в рекаунт роги, чтобы что-то там выяснять, смотреть, что там что набило, сколько кливов, сколько миссов. Я на это все не смотрел. Я не знаю, я вот релю, а дамажу как конскюрит, который не релит. То же самое. Я даже, когда релю, я даже не смотрю эти проки почти. Может, варенька по релю? Да нет, не в этом дело, блин. Варенька на хиле сейчас включу. О, три лока, нахуй. Все, забудьте про ДПС, нахуй. Сейчас их будет хватать по КД. А чего Пеппер-то не идет с нами? Че ты говоришь? Ну, Пеппер вроде же заходил. Заходил и сплыл. Давайте шкаф. Последние трая пошли. Если не начнете нормально хилить, мы не убьем ничего. Нормально. Он написал, говорить. Если что, я в ВК. Круто. Почему Апис так хилит, блин? 2 ляма, у Варенька 3 ляма. На кого ты омоложение кидаешь, блин? Магов надо, наверное, ходить чаще. Калк, ляма. Среди тех хилов это те классы, которые не хилятся. Это Рога, Хант, Маг и... Вар. Не, вар хилится. И все. Только три человека хилятся. Там травма должна нахиливать очень много, а у него ее нет. Да немного там, блядь, ты чё, 200. Нет, травма очень бахнуться. Много нахиливает Орду. Он сейчас Теренас хилится правильно. Ну, травмы надо там, где ОЕ проходит, на переходке, там, в комнате. А так, если такой разовый ОЕ, то я тоже с Теренасом хилю обычно. Там СПД больше даются. Мне кажется, ему лучше травму одеть. А лучше так, в третью пати кинуть пристан. А лапу подойти. Ты не поверишь, что приста вообще один. Чего? Приста остался один. И что? Лучше магов захилить, правильно? Да, ты прав. Олег, что по СС-у? Пока ничего. Давайте убивать, в этом даже конченый ДС пошел с К-классом. Самый убогий класс. Одна кнопка нахуй, ты, одна кнопка я и убит лично. Это действительно самый убогий класс. Фурик самый убогий класс, бля. Сань, ты ДЦ не хилил? Я хилю. А чё там в ДЦ? Подумаешь, три клавиши нажимаешь. Ну ладно, не три. За райдом следишь. Тупо можно даже две кидать. Исповедь не кидать. Да я даже мальтов смотреть не кидаю. Давайте рост.
О, сразу видно, что ты не Джейлис. Мне просто фулл щиты до первого заражения. Там ничего не писал. Не скиллованный рыцарь, согласен. Давайте, чума. Маркетил чума. Главное вторую фазу захилить, там пофиг уже. Мелики ловушка. Дисконт? Нет, не ловушка. Джерри, на то. Нет, он выиграл. Физите филакс, чума. Ставим звездочку. Пойдем дальше. Так, протопал. Ждем сначала чума, потом ловушка. Так, милики, ловушка, РДД, двигаемся, будем чуму выносить. Молча скаплено протопало, вот чума, диспелливаем. Влияние, ромбик, РДД, ловушка, 5% для переходки. Да, он тогда я ходил крестом был куда побольше. Не помню. РДД ловушка. Белин каплю на утроба. Я не знаю. Надо. Не надо каплю на утроба уже. Пизда, да. Спокойно и палит. Это неуместный комментарий, тут у КРЛ можно там выходите из себя, вы просто играете, тыкаете клавиши и молчите в РК. Это тебе так кажется, блядь. Те, кто играет нормально, тоже стараются. Ну, я вообще не понимаю, как вообще можно бомбить, если вы не РЛ. Ну, это, наверное, да. Ну, я пробую по 18 часов в сутки играть. Да, просто у меня 5 час утра, как бы, наверное, да. Сначала целка 25 обычку, потом РС 25 обычку, потом ВК обычку, потом еще раз РС. Потом ЦВК Геру. Да не было сегодня обычек, блядь. Ну это сегодня только. Ну вот сейчас опять не повезло. Опять. Вот упал танк. Просто не повезло. Звезды сошлись. Ну так вкусные. Чуть ли не в самом начале прокнул. И потом уже, соответственно. Может, мало хилили? Может, это моя вина. Так как я вирусный прокнул там. Так еще. Он с одного удара. Значит, если он под берсой, то один удар, и там все сразу вирусно. Здесь Вуди, ты заметил, я когда макросом чаржился в шаркаря, о чем его выносить? Я сбил выступление ему. Ну он типа на себя его вообще не повышал. Блять, куда вы бежите? Там же, блять, валькира. Стойте, там вторая летит. Главное, падает протопал. Может его здесь? Сектор, стоит и дорезал. Там среду следовало срезку отдать, просто я зажал, думал, сейчас там вторая дуса будет у другого поднимать. Ваня, у тебя камни под ДЦ, ты чё? А у тебя чё? У тебя камни не под ДЦ. Какие мы не играем? Я хули престом играю. ДЦ это ущербный класс. Сколько у тебя когда стану выйдет? В смысле, ну у меня символ на этот. Я это не понимаю. У хули преста две клавиши, у ДЦ две клавиши. В чем ущербность этих классов? Ну типа, там две и там две клавиши, мне просто не втыкают. Да не, ну чё, ну вот сейчас на анбафе, ну только что было чёткое хил. Чем-то в обновлении, молитвами двумя. Что там ещё хил? Так-то да. А тут стоишь... Долго собираемся. Ну, как надо собираться? Ну типа валькиру не агрить.
Да, постараюсь. В общем, наверное, ластрай, потому что сова уходит. А добирать больше некого. Ну, нормально, завтра мы пьем. Еще можно добрать. Завтра, если хотите, собирайте. Завтра Олега не будет, так что сейчас пройдете анбав просто. А, ну тогда 31-го соберемся. Часов 10 вечера. Ну, после Ольды. В Новый год. После Ольды. Под куранты соберемся. Да ладно, ну, правда, должно после этого. В этом году, так что, ну, я собираю. Это последний шанс, наверное, для вас сделать анбав сейчас. Чек. О. Ну, если пеппер сейчас не зайдет с собой, то еще можно потравить. А, просто некого добирать. Дайте лапу. Дайте лапу. У меня закончились рейды уже. Как хорошо, что ты так написал, Пеппер, ты тут. Силы света. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Типа более лучше. Быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил. Нет. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молиться. Не дай мне не щит. Да раскидай сейчас щиты уже. 15 секунд. Нет. Какой рано, блин. За 25 секунд. За 15. Да будет так. Герои в атаку! Танков не считай. Вздыхать так всем. Да. Давай рост. По-моему, не сядешь, танков не считай. Мама не так он не сядет. Наоборот, ты регенишь ману после заражения абсурда. Побежали РД. Чем больше щитков, тем лучше. Странно, что все щитки не слетели. Ладно, после трая расскажи. Да нахер, наверное, после трая просто хули пристав просто сделаю. Так, милики, ловушка. РПД ловушка. Чума 2 секунды. Разу чума. РПД ловушка. Выступление со второго шаркаря, РДТ перебежали. Текьюрити. Спай. Билин каплю. Давайте каплю. Билин утробу каплю. Да. Милики ловушка. Ой, Билин, прожми срезку, прожми срезку. Молодец. Проводи трэш. Чума 2 секунды. РДД ловушка. Прибежали. Чума 1 секунда. Квазар. Чума. Испелло. Звезду встали все. Ловушка 2 секунды. Все, все на край. 0%. Все на край. Мастер Аур, прожмите. Так, хилики, гимна, ману, рейндж набрали. Так, Тинер секьюрити дал. Давайте, не провтыкайте. Надо на второй фазе вынести осквернение. И все. Все, что вам надо. Олег, поможешь осверни. Сейчас. Второй дух.
Помогайте сферы бить. То я и шипобьем, они все равно плохо снимаются. Так. 3 ляма добить нам надо. ДП все равно хорошо. Давайте проверим заново трюк. Скирит, за одну секунду давали, прожмешь звездопад. Дали звездочку. Так, первый кружок играем. Трусы. Перед вальками не стоять, будет осквернение. 5 секунд. Вышли. Вышли, вышли. Разул осквернение. Трусы добить. 200 тысяч. Фильм Джерион. Все живы, идем дальше. Звезду встали. Под осквернение мастер аур сакру. Чистые штуки на хп отдашь. На первой варке будет осквернение. Так, смотрим осквернение. Первая валька. Вы бежали. Трусы играем. Вот это поворот. Один человек уже. Вальки. Блядь. Тише. Мне уже смешно, что такая удача прям, ну не знаю. С центра все выйдите. Просто скажем. Да, с центра все выйдите. Лок, выйди с центра, Харзу, блядь. Нормально, сейчас Джерин упадет. Ну, или не упал. Давайте все в центр. Так, я кружок. Опять Тлока и Хила. Кружок трусы. Я в кружке, Ваня в трусах. Лучше б я был в трусах, а Ваня в кружке. Сейчас уже будет. Осквернение, 3 секунды с центра выйти. 1 секунда. Маратрис опять. Лол, просто ору. Давайте инеры с секьюриду. Давайте вот так встану. Бегите, перебегите. Так, смотрим на комвальки. После трех валик будет осквернение. Так, кружок ДК. Друид. Играйте кружок Ромбик. 5 раз подряд я чемпион. Осквернение, 1 секунда хилика. Просто ору. Когда закончится этот фарт? Так, 7%. Давайте, сейчас будет вальки и осквернение. Тима, выбирай вальки, осквернение, ванши. Голосую за дискон на ивент. Давайте под босса. Осквернение будет и вальки. ДБМ забагался просто, смотрим. После первой будет осквернение. Вышли, вышли, вышли с подвала, я в ромбике, я в ромбике. Играем ромбик трусы. Лича пока не бить. Прожмись. Все на край, отходим 1%. Да ладно. Просто. Давай на край. Не могу писать, будет в рейд поворачивать сразу. Давайте, спокойно. Кому СС? Давай, Харзул, Харзул на Аписа. 3-7 на Джерриона, если там в комнате кто-то умрет, не дай бог. Играйте в первого духа. Да. Сколько трое ставишь, что упадет? Я ставлю, что упадет твое. Ну, сейчас именно на этой фазе. Притянет духа в брейд. Я тоже так считаю. Чаще звездопад дам под второго духа с пула. Да, смотри. А что там есть тайм? Я им спою.
Давай, гимн, ставь тотем. Олег, помоги. На, забыл, извини. Так, конскюрит, у меня звездопад КД, ты должен отдать его в комнате, если у тебя есть, конечно. О, эскейп, нажали по духам. Ой, смотри, 25 живых, надо скрин сделать. Скрин сделал. Хотим ему вот сухипал. Давайте в звездочку. Ой, Харзул вылетел, да? Видите духов. Да. Ты тут еще? Да, я тут, а что? Я подумал, что ты вылетел. Ну ладно, идем дальше тогда. Это лучший анбах на моей памяти. Да, это... О, давайте по краю идем, по краю. Можешь Сакуру отдать. Никто. Пойдем из комнаты и ездим. Хорошо. Вуди, ты духа не забирай, я его притяну, заберу, отверну от рейда, ты там духа хлопай. Короче, не парься. Олег, бей духов, потому что там один шикар. Господи, милой. Бомба впереди. Да, уже там все. Локи, маги, давайте. Давайте так, РДД духа, а миники уже босса будут бить, когда я вам отведет. Ставьте тотем геймплей на мон. Давайте быстрее. Отходим от мелких духов. А что, тут все, заражения не будет, можно подамажить, железом да, побить. Не будет. На третьей фазе нет заражения. Где мы чужие? Отошли от духов, отошли от духов. Осквернение сейчас. О, это скорее ничего можно лакнуться, кстати. Ну просто 25 живых. Понатоптывают здесь еще. Ну посмотри, мы же за 1100 херачит. Что, кто-то упадет, чиня? Отводи лича, сейчас духи спустятся. Так, берса сколько? 30 секунд там, да? Таунтить надо тогда. После этой комнаты можно раздать. Давайте в звездочку. Я даю звездопад. Впереди бомба. Слева от нас. А справа стена. Сектор газа. Я ноль урон. Давайте за угол. Конскюрит в зоне риска, 75% хп. Ну, на хп, тебя было 75% хп, когда ты переходил через бомбу, я волновался. Okay. Атаку всего рейда 90%, более-менее. Так, давайте выходим, находим звезду, идем к звезде. Давайте к звезде. Ставишь лича, и мы даем гибель. Петрович зарешает. Рост. Перу. Темы. Выпью-ка я зелье дикой магии. Так и быть. Кренение 5 секунд. 3. Ванны полену. 1. 0. Исквернение на варенька. А, блин, опять это везет. Ну почему не на Дашке? Он бы кошем вот я. Я могу, если что, в центре разбить под чат. Если надо. А помните анбаф, где была последняя комната, и в комнате все умерли? Вот это было прикольно, да? Да, да. Сейчас повторим, хули нахуй. Мы уже повторим, да? Давай повторим. Звездопад на КД. Кому истерю тебя? Давай, стадо, хватит. Не знаю. Он же скинуть после комнаты. Поставьте у кого темный аура. Огонь я дам темный и мастер. Когда на нее? Понял, чтобы у нас вайпа, надо, чтобы сейчас спалы кинули диваны на хилов. А хилы не сняли диваны, и мы упали в комнате и все. Да. Зарту! 4 пала. Ой, блядь, что-то я... Древание решил нас. Так, идем к трону.
О, Дашка. Ну это Дашка, да. А не этот Джерри. Ну как скажете, изи катка, да? Конченый этот цель зарешал просто. Да, прав. Только до Берси была. Да. Чем-то. Дернафиг, а почему это так сейчас получилось только? Потому Ты что повезли. Сказал, что это последний трай. Ты видел, кого мы кидались на Варенька, на Хильдику? Это все вот хуйня. Волков постоянно хватали Вальки. Метки это все хуйня. Теперь откройте рекаунт, наведите нас на первую строчку. Кто там, сука, интересно? Нихуя себе, вот, ебать. Да нет, Варенька. Вот, ты просил, вот чё. Тогда там заходить можно уже. Да, чё фуловым тебе истерики дадут? Чё рано. Блин, гоните ДД тоже. Звони, Гордон, пускай сервер дисконет, а то лагает что-то. Так, мы сидели на Личе 3 часа 15 минут, а остальные боссы пронесли за час 20. Браво. Я не за час 20, за 2.40, блядь. Не, час 40 были. А, не, 2.20 где-то было, не 2.40. Ну ладно, я неправильно посчитал. То не та фигня была. Час 58 до Лича. Вон, считайте, мне написано час 20 плюс 20.15-20.53. Да, есть... Вот открой часы и посмотри, сбор начался в 19.20. Все. Блин, я не считал сбор, я считал убийство ребра с пула и не считал три вайпа на ребре, понял? Да, Олег, а ты мне что-то накидывал, я по сценарию ушел? Не помню. А можно заходить уже на твина, да? Нет. Джерин зашел. Сначала офнитесь. Мне по душе это ирония. А мой персонаж офнулся уже. Дай мне силу разбить эти оковы. Он все офнулись, ты должен был. Да. Короче, в 20.58, 55. Мы были на Личе. Значит, Лича мы били 2 часа и 35 минут плюс 2 часа до Лича. 4 часа 35. И last try мы убили без 0 убийств, да? Да. А, Олег, ты видел там, как Хант нормально скинул лужу, да? Прямо в центре. Да. Видели, как я Вальку стянул нахуй 3 раза? Капец, видели, как я щитками миллион нахилил в лице? Видели, как я нахилил? А он ли Лич? Есть вами? Да, это был скинул, нет, нормально, нахуяно. А Войд будет заходить? Да, надо, уже. Мы уже бьем Лича, типа. Сейчас можно заходить, да? Да, заходи быстрее. Стопайте по Личу, еще не человек не зашел. Стопайте по Личу. Камень прожми и зайди. Да. Стопните. Вой заходит. Стопните, Вой заходит. Бейте. Баром не офнулся, Вой. Еще. Он камень прожимает. Так я сошел. Не целых отошел. Все, он сошел. Прикинь, сейчас в это время диск я... Да все, бейте, он зашел. У Саша, ты что, ачивки не было на лодке? Тотем. Бойд, фу, боже, вы ж такие пенсионеры. Персов-то много. Это один. Если это мой 8-й анбаф, а у меня 10 персов. Ну, лут надо, чтобы ляг зашел обратно на руля. Да я знаю, сейчас... Мы Лича начали бить в 21.53. Вот считайте.
То завтра можно с 19 РС-ких ударить вместо целка Агеры. Геру будет сложно же собрать, вашу сотку КД повесили. Можете меня по телу поднять? Поставьте шкаф, сомните меня. Что ты говоришь, что они собрать? Ну, ссылка на баф, там просто много людей КД вешает, что там сложно будет собрать. Тратите по шкафу. Представьте, если бы мы убили этот, был бы первый трай, мы бы за 2 часа 15 минут пронесли бы инст. Можно я куда-то там ВП накидывал? Шина... А, я на варенье тебе накинул 4000 ВП. Сколько за полный баф? Сколько ты хочешь за лича? Я не знаю, я там 4 от него и 1000 добавлю, 5 нормально думаю. Давай 6. Давай. Сколько за этот, за анбаффинга? Ну давайте 6000. А теперь еще умножаем на праздник. Ну, это же праздничный анбафф. У тебя в группе написано 10к, 15000, если я без вайпа за 3 часа. Он или лич, да? Что там написано? Ну, повтори. Там написано 10 тысяч, и если без вайпов, то 15 тысяч. Если за 3 часа без вайпов, то 15 тысяч. Не, десятка, мне кажется, много, серьезно. Нормально. Ты что, нормально? Не, я считаю, в том году наверное... дали 30 за праздничный анбаф. Без не, я помню, в том году 30 было. 30 тысяч было. А ИП было в том году? Ну, меня не было на том анбафе, я не знаю, сколько это было. Давайте десятку тогда. Это праздничный предновогодний анбаф. За обычный давайте десятку. А ты, Хакунчик, из 8-й пати ливай, ты ЕП получаешь никого. Не, видно в луте за рогу? А, у меня есть кон. Че, тебе за рогу дай? В луте меня видно? Нет, это починили, все, забудь, это, ну, ты не сможешь получить ничего. Уже пытался. Дима, ты что, тренировку хотел на рогу? Да, конечно, я хочу знак. Отдай мне лутера на секундочку. Нельзя, нельзя, я пробовал уже так делать. Я еще раз попробую, вдруг получится, вдруг нет. Ну, не получится, но... Попробовать нельзя. Ладно, давай подумаем. Да. Кто у нас лича был? Раз, два, три. Гамма его кинь. Да, у тебя на ПВП. Сначала у нас только 3 человека пришло, что ли? 4? Ну, у меня тоже Кралька, Англиф, Хридифилокс, Маратрис, это все Свата, это все на лича. Ну, Свата просто зашел за ачивкой. Не, он и бил. Он бил с нами. Да. Жальпич ушел, еще кто-то этот, Фокус Хиро ушел, мы же добирали этого мага. Короче, сначала накинуть им будем за лича, точечно. Потом остальным 10к накину. Потому что лич это равно остальной рейд. Может это 4 накидывал, то этим по 6 изначально. Чего? Ну если 10к за рейд, ты по 4 накидывал за долю чату, за лича 6, нет? Не, я сейчас накину на остальные, как будет. И... А кому я там кидал? Альп еще только и все. Фокус Хира. Кто там еще уходил? Джей. Можете им понакидывать косарь, пока я остальным перекидываю ВП?
Так, сетера рэпа. Я не люблю, когда несколько людей сразу оперируют этим аддоном, потому что хуйня может получиться. Давай тогда только ты будешь, Сань. Не, ну я могу потом, после, начислить, пока сорю еще. Ну ладно, сейчас посмотрим. Диарин, а ты тут еще? Вот ханту, лучшая метка охотника. Можно накинуть таланты. Блин, ты не понял. На рече ставится символ метку охотника, потому что бой длится первую и вторую фазу. Да, блин, за вторую рыбу я спутал тебя с эписом. А так до леча, то не стоит вставлять багаж. Да. Так. Сейчас я отниму ЕП остальным. Но после верного выстрела лучше сразу издать прицельный выстрел, да? Не, выстрел химеры, потому что у тебя выстрел химеры дамажит выстрел химеры змея и выстрел химеры. То есть у тебя два выстрела сразу увеличиваются на 0.4, а так увеличивается только один на 0.4. Ну, типа получается в итоге ты увеличиваешь свой ДПС на 1% за один выстрел, то есть где-то в итоге ты увеличишь ДПС на 11% в конце. Ладно, всем спасибо, удачки. Пока. Всем молодцы. Давай. Понял, что ДЦ тащит, Ваня? Нет, ДЦ это дно. Хилы хорошие тащит. Вообще, спорно, что луки летали по КД. Больше ДПС было в лече. Пиздец.